Ну все, на сегодня прямо фронт работы грандиозный сделан. Все, что задумано, убрана антресоль, вывороченная, по-другому не скажешь, дверная коробка, она заняла в районе 2 часов мучений. Я даже приходила, просила соседа, чтобы он мне помог, потому что, ну, реально, нереально это вытащить было. Там такие гвозди забиты. Это вот антресоль. Это вот откуда вытаскивали эту несчастную коробку от двери. Падали кирпичи на голову. В общем, все как в фильмах ужаса. 2 часа 2 взрослых человека пытались ее выдрать, пока не додумались взять пилу и распилить ее напополам. Кухню я вынесла сегодня. Нижние шкафы, шкаф, верхний шкаф, все разобрано, выброшено уже давно. Выкинула старую посуду. У меня жуткий слой пыли на кухне. Немножко вот здесь осталось разобраться на подоконнике, убрать куда-то это стекло. Вот. И в принципе все. Смотрите, какая красивая духовка. Просто шикарная. Отмыть ее, ну, это не предоставляется возможным. Естественно, она пойдет на мусорку. Здесь газ, как, наверное, во всех хрущевках. Вот. Ужасные две старые вытяжки. От газа вот эти пластиковые штучки, накладки, они искривляются под воздействием жары. Надо будет их снять, прочистить этот воздуховод и купить новые. Ну, соответственно, у меня получается на завтра опять фронт работы. Завтра воскресенье шуметь нельзя. Я буду потихонечку сбивать, наверное, вот эту плитку. Она вообще практически не держится на стене. И можно смело ее сразу складывать в пакетик. Выкинула большинство плинтусов в квартире. Жутких, страшных. Ну вот, все, что сегодня успела сделать. Осталась только маленькая часть. Все это выкинуть, привести в божеский вид коридор и кухню. Как-то так, на сегодня это все.